Рад приветствовать всех на канале Авторская Прикормка. И это рыболовное видео будет одно из самых полезных на канале. А интересно оно тем, что в этом видео мы приготовим рабочую проверенную прикормку, рецепт, который я создал очень давно. В итоге у нас будет примерно 1,5 килограмма прикормки в бюджет 50 рублей или 77 центов. Итак, как можете видеть, у нас панировочный сухарь. Стоимость его всего лишь 13 рублей и 700 грамм было в упаковке. Я был в Ашане и закупил достаточно для того, чтобы готовить прикормки для своих рыбалок. Ну и, соответственно, как я могу приготовить прикормку, не поделившись этим рецептом с вами. Сегодня универсальная легкая прикормка со вкусом и запахом ванили. И да, кстати, кто-то задастся вопросом, вообще реально ли в 50 рублей приготовить килограмм и даже чуть больше прикормки. Да, это реально, и она будет ничем не хуже какой-либо другой прикормки. В 700 грамм панировочного сухаря нам нужно добавить 2-3 столовые ложки сгущенного молока. Я делаю это на глаз. Теперь сгущенку нужно перетереть вместе с панировочным сухарем. Как понять, что уже достаточно перемешивать? Очень просто. Наши руки останутся чистыми, ведь все налипнет на панировочный сухарь. Итак, размешали, как видите. Теперь добавляем столовую ложку сахара и около чайной ложки соли. Пакетик ванилина. В данной упаковке 8 грамм. 70 грамм дешевых отрубей. Также эти отруби можно найти на рынке. Они стоят очень дешево и очень хорошо расходуются в прикормках. Например, данная упаковка стоила тоже то ли 8 рублей, то ли 13. Но на рынке они стоят гораздо дешевле. Таким образом, потихоньку собираем прикормку из наших компонентов, приближаясь к нашему бюджету 50 рублей. Это видео, возможно, также очень будет познавательно для тех людей, которые считают, что зачем что-то делать собственными руками, ведь это можно купить в магазине, ведь там дешевле. Сегодня я показываю то, что дома можно сделать килограмм прикормки, даже чуть больше, всего лишь 50 рублей. В магазине я лично такого не встречал. А уж тем более с таким натуральным составом. И ко всему прочему, данную прикормку можно будет разбавлять кашами и другими утяжеляющими компонентами, различными добавками, аттрактантами. Каждый рыбак это сделает на свое усмотрение и под водоем, где он будет рыбачить. Например, я в этом месяце чаще всего рыбачу на озерах, поэтому сегодня делаю прикормку для себя и, конечно же, показываю вам на видео, как ее приготовить. Итак, следующий компонент. Упаковка печенья за 10 рублей. Печенье просто изумительно пахнет. Возможно, эта прикормка обошлась мне даже меньше, чем 50 рублей. Но зачастую, когда я делаю прикормку своими руками, они редко выходят за бюджет магазинных прикормок, так как я всегда стараюсь сделать значительно дешевле. Конечно же, в магазине, если бы что-то было с подобным рецептом, это бы не стоило 100 рублей. Так как продавать прикормку из натуральных компонентов удовольствие не из дешевых. Ведь изначально их оптовые цены еще ниже, чем в розницу. Впрочем, я никого ничего не учу, у каждого своя голова на плечах. Канал про мое хобби, где я готовлю прикормки своими руками. И я давно уже не новичок в этом деле, и канал создал год назад именно для того, чтобы публиковать исключительно рабочие и проверенные рецепты лично мной. Итак, всю эту вкуснятину перемешиваем.
Друзья, вот иногда пишут комментарии, что я бы сам это съел. Вот действительно, я бы сейчас это сам бы съел. После того, как мы добавили вот эту небольшую упаковку, запах стоит просто изумительный. Очень надеюсь, что вам эта прикормка очень пригодится. И вы так же, как и я, будете часто ее готовить и применять на своих рыбалках. Также желательно эту прикормку подкрашивать в темный цвет. Конечно, это зависит от места ловли, именно под цвет дна, либо приблизительно в темные оттенки. Это действительно, я вот сейчас готовлю и понимаю, какой это кайф сделать такую прикормку собственными руками. На такой прикорм просто не может не ловиться рыба. Здесь абсолютно все съедобное, все натуральное. Ничего здесь не отпугивает рыбу. Все компоненты рабочие, давно проверенные. Я эту прикормку буду использовать как самостоятельно, так же мешать и с другими прикормками. И делать, например, ванильно-фруктовые миксы, ванильно-пряные прикормки и другие различные варианты. Ведь я люблю экспериментировать и создавать все новые и новые прикормки, чтобы делиться с братьями-рыболовами исключительно от души и за вашу поддержку. Благодарю всех за просмотр. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. И увидимся в следующем очень полезном и интересном видео. До скорых встреч! Для надежности положу в еще один пакет. Вот теперь точно ничего не просыпется. И эта прикормка соберет на точке для меня рыбу. И та рыба будет радовать меня своими поклевками.